новый костюм для одной из самых популярных моделей Infinity. Это Infinity QX70. Он же FX35, 37 и 50 в кузове S51. Полная кастомизация внешнего вида. Полностью новая передняя часть. Новый капот. Новый бампер. Расширители передних крыльев. Кастомизированная передняя оптика. Это одна из самых эксклюзивных наших деталей. Самый агрессивный бампер для этой модели. Сложнейшей формы. С дополнительными дневными ходовыми огнями. Съемными решетками. Съемными сплиттерами. Спереди также есть место под камеру. Центральное классическое место расположения под номер. Многие любят убирать вниз, но таким образом скрывается общая дизайнерская идея. И не совсем корректно выглядит передняя часть. Но это уже на любителя. Самый удачный капот с самым удачным дизайном, с дополнительными вставками, имитирующими воздухозаборники, они также съемные. Этот проект у нас с полной перекраской кузова. Ребятам из Airmaster большое спасибо за краску. Даже под холодным светом, под внутренним освещением показывает перелив золота и белого цвета. Грани очень хорошо ломаются. В солнечную погоду очень ярко горит машина. Передние расширители у нас также идут с пластиковыми накладками. Они съемные, с дополнительными сетками. Здесь также мы немного притонировали боковые поворотники на крыльях. Пороги окрашены в два цвета, классический, белый и черный. И такая тонкая грань, подчеркивающая прямые линии нашего комплекта. Перекрасили также суппорта в красный цвет. Здесь был полный антихром, ручки в цвет кузова. Все обрамление перекрашено в черный глянец. Крыша классически в белом цвете. Ну и рилинги, соответственно, тоже черный глянец. Не менее интересная задняя часть автомобиля. Также полный антихром. Окрашенные черные элементы нашего комплекта. Это задний бампер в цвет кузова, диффузор в черный глянец, также с тонкой красной гранью. Новые насадки, центральный стоп-сигнал, ну и, соответственно, также сетка установлена в задний диффузор. Также мы сделали шумоизоляцию дверей, передних подкрылок, одни из самых шумных элементов. Сделали покраску этих вставок. Классически они идут под дерево. Дерева, конечно, тут никакого нет. На старых моделях был шпон, который сдувался, трескался. Ну и, соответственно, мы его также перекрашивали. На всех новых моделях идет пластик окрашенный якобы под дерево. Но смотрится, если честно, ужасно. В салоне сделали полную химчистку кожи, потолка, ковролина, панели. То есть полная химчистка всех элементов. Центральная консоль также окрашена в черный глянец.
двери теперь отлично закрываются. Как я уже сказал, это полная новая жизнь для этого кузова. Кардинальное преображение. И по-настоящему самый популярный рестайлинг-комплект Infiniti Draco для Infiniti кузова S51. Наверное, самый лучший подарок на Новый год.